Всем привет, друзья! Какой кайф почувствовать землю под ногами спустя 3,5 месяца нахождения на борту круизного лайнера MSC Magnifica. У нас появилась возможность раз в неделю выходить в ближайший терминал на 1 час. Всего на 1 час, но это лучше, чем ничего. Можно попить кофейку, подышать свежим воздухом, ощутить землю под ногами. Это кайф. Никогда не думал, что я буду чувствовать себя таким счастливым, когда буду спускаться с борта лайнера. Это супер. Сегодня мы находимся в Пиреях. Это Греция. И за моей спиной наш красавец круизный лайнер MSC Magnifica. Девчонки, танцовщицы, Злата и Ники. Girls. Злата из Украины. Thank you, bye. Ники из Англии. Привет. Время кофе. Друзья, я уже на борту, и этот 1 час, так сказать, свободы, промчался для меня как ветер, но это стоило того. И сейчас я хочу немного поговорить о своем спортивном прогрессе. Я занимаюсь на кольцах всего 2,5 месяца, по 3 раза в неделю. В остальные дни я выполняю другие упражнения. И когда я поднялся на борт круизного лайнера, с начала контракта я поставил для себя несколько целей на этот сезон. И одна из них – это выход силы на 2. Я планировал выполнить его минимум через 3 месяца, но неделю назад я попробовал. Я уже подумал, что я еще не готов, но отдохнув 3 минуты, я снова попытался его выполнить. Первые выходы силой на 2.
еще через день я все-таки попробовал выполнить два подряд. Очень приятно осознавать прогресс, это заряжает еще сильнее. Поэтому, друзья, ставьте цели, достигайте их и будьте счастливы.